Девочки, всем привет, с вами я, Ася, и это опять-таки распаковка на разные яйца с сюрпризами, в том числе киндер-сюрпризы. Повторяю, чтобы не было тупых комментариев, что мне уже киндеры для коллекционирования, а не для игры, потому что, при том, что я говорю, очень много тупых комментариев, типа, тебе 13, а тебе покупают киндеры, как бы... Таких комментариев очень много, и я надеюсь, что наконец-то до хейтеров это дойдет, что мне они нужны для коллекционирования. И давайте начнем. В этом видео у нас будет 4 яйца, 2 шоколадных, это Король Лев и Трансформеры, и 2 пластмассовых, это Смурфики, и вот такие смешарики, да, они называются? Смешарики, да. И давайте, пожалуй, начнем. С трансформеров. Так. Сейчас я его открою. Ну, вот так вот я открываю, чтобы вы ничего не писали, типа, я там подменила игрушку. Были и такие варианты, мне на почту приходили, чтобы мне написали, что, типа, я убираю киндера из кадра и меняю там игрушку. Зачем мне это? Вот. Так вот. Это лицензионный киндер, то есть тут может попасться только трансформер. Он разваливается, потому что он немножечко подтаял. Давайте откроем такую капсулу. У меня нет ни одного трансформера. И тут у нас попался... Эм, как тебя зовут-то? Короче, я не знаю, как его зовут. Но сейчас я его соберу. Я как бы не увлекаюсь трансформерами, но мне нравятся эти игрушки. Это его имя или нет, я не знаю. Кто знает, скажите, пожалуйста, как его зовут. Мне как бы реально без понятия. Итак, сейчас я попытаюсь его собрать. Что будет делать мне достаточно тяжело. Так. Как это делается-то? Так, это тяжело. Это реально тяжело. Для меня, человека, который не очень как бы ими интересуется, но... Как тебя установить, а? Так, это правильно сделать. Ноги я куда делаю? Блин, мне это не собрать. Я тут не про... А, так, все, сейчас я наконец-то додумаюсь. Мотков должно хватить. Так, это сюда. Куда пас ноги? Люди, я, короче, не понимаю, как это можно собрать, и поэтому я за пределами видео это как это соберу и покажу вам. Ну, пока давайте продолжим. Так, ладно. Теперь берем Король Лев. Открываю. Вот такое вот. Вот что может попасться, и вот само яйцо. И давайте его откроем. Ой, какое оно прикольное. Я таких еще не видела. Типа, что одна сторона белый шоколад, вторая такой. Ну, конечно, оно разваливается, как любое яйцо. Главное, чтобы только не растаяло, так как я снимаю на подушке. И поэтому меня убьют, если вдруг оно растает, и я испачкаю подушку. Ну, конечно, образно, но все равно. Так, стряхнем это все. И вот такая тут капсула. Раз, два, три. Это у нас... О, это у нас гиена. Я хотела эту гиену. Мне она очень нравится.
Мне очень нравятся такие гиены. Вот кто может попасться. Вот, вообще круто, круто, круто. Вот. Давайте теперь следующая попытка собрать этого. Я все-таки хочу его собрать сейчас. О, поняла. Дошло. Я не верила, что до меня дошло, но до меня дошло. Так. Это уже тяжелей. Это руки. А, поняла не ту руку. Угу. А, вот все. Все, я типа. Я поняла. Да. Все, я умная. Угу, конечно. Вот так. Вот, все, я рада. Смотрите. Какой он няша. Так, игрушки ставим сюда. Это все сюда. Теперь смешарики. Та-дам. Уже долго видео длится из-за трансформеров. Поэтому вы меня простите. Но как бы по-другому никак. Тут нужно открыть его. Это тяжело. Так. Я еще сейчас сонная. Так как я устала. Сегодня, кстати, День России. С праздником вас. Ну, когда я выложу это видео, уже будет далеко не День России, но ладно. Вот сегодня весь день гуляли, и поэтому как-то устала. О, все, я поняла. Ой. Давайте откроем, трезвым. Конечно, его спрятали от нас. Тут у нас вот такие конфетки. Я их люблю больше, чем шоколад. Давайте раз, два, три, пу-пум. И у нас тут крош. Сейчас я его соберу. У меня уже есть один крош, но это другой. Тут как бы другой вид кроша. И тут типа для него мордочка и все такое. Но собрать его, это нужно додуматься. Итак. Я это делаю за пределами видео, но я думаю, вам понятно, что он будет вот такой. Вот потому что у него музыкальный инструмент его. Я думаю, вам будет понятно. Просто его долго собирать. Так, и давайте дальше. Смурфики. Так. Смурфики. Как вас открыть? Ой. Ой, господи, как вас открыть? А. Вот типа штука. И типа. Типа я такой беру и открываю. Да? Нет. А это. Угу, конечно. Ох, блин. Раз, два, три. Да, это умник. Я хотела умника. Вот такой вот умник. Извините, на заднем плане звонит телефон. Сейчас наверняка войдет мама его забрать. Ну, да ладно. Вот такой вот умник.
И тут такие конфеты. Ладно, всем пока, с вами была Ася. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, пишите положительные комментарии внизу, оставляйте свои видео ответы под видео. Всем пока, с вами была Ася.